Массовая эвакуация в самом центре украинской столицы. В торговом центре «Глобус» на Майдане Незалежности ищут бомбу. По информации столичной полиции, сообщение о заминировании поступило по электронной почте. На месте сейчас работают взрывотехники, кинологи и правоохранители. Они обследуют помещение. Из здания уже эвакуировали около 1000 человек, а сам торговый центр временно закрыт.